Штефан и Яник работают электриками. Оба пользуются бокорезами и отвертками. В то время как большая сумка Штефана заполнена разными клещами, Яник обходится только одним инструментом – монтажными клещами Книпекс. Основой монтажных клещей являются ножницы по кабелю. С их помощью электрик легко и точно, не деформируя и не расплетая концы, режет разный кабель от гибкого многожильного провода до однопроволочных жил. Отрезанный на нужную длину кабель необходимо подготовить к опрессовке. Для удаления оболочки опытный электромонтажник аккуратно пользуется ножницами по кабелю. Одинарный провод защищается с помощью прецизионного отверстия для удаления изоляции. При этом он не затрагивается и не повреждается. Чтобы соединить гибкий провод, на него устанавливается наконечник. После того, как с помощью отверстий для снятия изоляции кабель зачищен, на проводник с помощью универсального опрессовочного гнезда монтажных клещей надевается и закрепляется наконечник. Паз с зазубринами применяется для поперечного захвата и перемещения деталей. Прямой зазубренный участок захватных губок прочно удерживает детали в продольном положении, не давая им выскользнуть. Головка монтажных клещей имеет снаружи отличительные кромки. Они применяются, например, для пробивки, зачистки и расширения отверстий в формованных деталях. Кромки на головке клещей также используются для всяких других зачистных работ, для которых обычно нет под рукой подходящего инструмента. Захваты на кончиках губок имеют гладкую поверхность. Чувствительная изоляция не повредится, если проводник захватывается, гнется и тянется кончиками губок. Клещи с раскрывающей пружиной имеют фиксатор. Конструкция позволяет, не открывая его, использовать монтажные клещи для захвата различных деталей. Чтобы отрезать кабель, нужно открыть стопор для безопасной переноски клещей. При серийном резании раскрывающая пружина заметно разгружает мышцы рук. Вместе с боковыми кусачками и отверткой монтажные клещи составляют полный комплект для инструментальной сумки электромонтажника-профессионала. Монтажные клещи Книпекс. Универсальный помощник для профи.